Наш город полон событий и мероприятий совершенно на любой вкус. Наряду с развлекательными всегда стоят образовательные, которые сподвигают людей идти вперед. Фестиваль женского бизнеса ровно про это – продвижение, развитие, новые знакомства, идеи и возможности. Брестский местный фонд регионального развития поддерживает женский бизнес с 2012 года. Нынешний фестиваль проходит в городе уже второй раз. Он является частью проекта «Продвижение и развитие женского социального предпринимательства как поддержка малого и среднего предпринимательства Березовского района». Также он реализует программы развития ООН в партнерстве с Министерством экономики. Фестиваль женского бизнеса основной своей целью имеет предоставить площадку для женщин, которые собираются открывать свой бизнес, по налаживанию коммуникаций, для того, чтобы они могли найти друг друга, поспрашивать, как кто бизнесы открывал, не открывал, какие лайфхаки есть, чего стоит избегать, а где, наоборот, стоит получить, где есть возможность получить какой-то ответ на свой вопрос. В конференц-зале отеля «Эрмитаж» встретились женщины со всей Брестской области. Все они объединены одной целью – расширить свои возможности и, быть может, помочь в этом другим. Они все яркие, талантливые и амбициозные. Плоды работы многих из них везде и всюду в нашем городе. Каждая из присутствующих на мероприятии дам интересна по-своему. Каждая уже чего-то добилась в своей сфере, у каждой свой личный интересный жизненный путь и практический опыт. Например, Марта Белькевич, руководитель студии дизайна интерьеров «Бунт». Мы занимаемся проектированием интерьеров, делаем проекты, в которые включают в себя и визуализации, и чертежи, и сопровождение дальше ведем. То есть полностью от задумки нашей до реализации проекта мы полностью занимаемся. Для меня это обмен опытов. Очень интересно послушать, потому что каждый проходит свой путь, и у каждого на этом пути какие-то свои идеи, свои трудности, с которыми они сталкиваются. То, что это именно женское мероприятие, очень классно, потому что я считаю, все равно есть какая-то специфика женского бизнеса и мужского бизнеса. Наверное, женщины более гибкие, им сложнее, может быть, в каких-то таких вот конфликтных ситуациях. И хотелось бы вот посмотреть что-то, может быть, для себя, не на своих ошибках, да, а на чужих каких-то ошибках для себя сделать выводы, поучиться чему-то. И Марта Белькевич не одна такая. На мероприятии что не девушка, то находка. И все они пришли на фестиваль женского бизнеса совсем не зря. Было много интересного. Мастер-классы от юристов, бухгалтеров, маркетологов и уже состоявшихся предпринимательниц. И еще очень много интересного и нужного.